everyone, доброго времени суток. Вы на канале Friday Lunch Show. И сегодня я приготовлю для вас настоящий американский стейк. Но это я называю его американским стейком, а на самом деле пытался прочитать этимологию и нигде не нашел, кто же все-таки придумал обжаривать таким образом мясо. Но пишите в комментариях, кстати говоря, что вы думаете по этому поводу. Чье же все-таки блюдо американский стейк? А сейчас вы видите, что передо мной ничего нету, потому что, собственно говоря, прежде чем стейк приготовить, его нужно купить. И мы отправляемся в магазин за хорошим американским стейком. Приятного аппетита! Ну что, вот она, полочка с мясом. Сейчас мы выберем самый вкусный и сочный стейк и приготовим его в лучшем виде. Наверное, мы что-то из этого. Мой стейк готов. Приятного аппетита. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и обязательно вот сюда вот, на колокольчик. Пока-пока.